Скажите, вы меня узнали? Да. Как меня зовут? Знаете? Меня зовут Дракула Лаура. И я здесь потеряла самого настоящего скелетика. Скажите, он нигде здесь не пробегал? Нет? Скелета не видели? Он был вот такой маленький-маленький, но такой шустрый. Точно не пробегал? Странно. Мне казалось, он сюда убежал. Вы представляете, я взяла этот скелетик у нашей директрисы, миссис Флангл. Назад с ним заигралась, что все части куда-то растерялись. Она нас заставляет теперь учиться каждый день в два раза больше. И так, пока не найдем скелетик, вот я и решила отправиться на его поиски. Нужно срочно прекращать это.